приехали в этот раз в Аскания Нова. Это огромный заповедник, который находится на юге Украины, в Херсонской области. Это дендропарк, который находится на территории Аскания Нова. Он огромный, и парку больше 100 лет. Аскания Нова была основана в 1828 году герцогом Фердинандом Фридрихом Ангольд Кеттенкин, представителем немецкой династии Аскания в качестве овцеводческой колонии герцогства Ангольд-Кеттен. Биосферный заповедник – старейший степной резерват мира, одно из 7 природных чудес Украины, входящее в сотню наиболее известных заповедных территорий планеты. Детское увлечение Фридриха вскоре стало делом его жизни, которому он оставался верен до конца своих дней. Дендрологический парк на искусственном орошении был заложен с 1887 по 1902 год. Ни войны, ни революции, ни мощный поступ социалистических преобразований и побед над природой не смогли сломать природоохранный дух, заложенный основателем. Парк невероятно красивый, и видно, что над ним работал немец. Очень умно построены сами водоканалы. Если вы хотите попасть на сафари в заповеднике Аскания Нова, то знайте, что с детьми до 5 лет нельзя. Мы вот, например, не знали, поэтому в этот раз и не попали на сафари. Но нам настолько здесь понравилось, что я думаю, мы сюда еще обязательно через пару лет вернемся. Приезжает группа со школьниками. Вот гуляешь по территории Аскания Нова, по зоопарку, по тендропарку, и чувствуется во всем Европа то, что это построил немец со вкусом, продумано. Конечно же, к этому приложен огромный труд.
заходишь в поселок, там, где живут люди, вот такой Советский Союз. Просто никакой архитектуры, какая-то сплошная депрессия, как по мне. Архитектура – это важно.